Привет, вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам о новом заводе Havail в России. В ответ на технологические вызовы и актуальные запросы потребителей бренд планирует вложить 17 миллиардов 750 миллионов рублей в строительство собственного завода по производству двигателей. В условиях стабильного роста продаж и укрепления позиций на рынке Havail делает ставку на развитие технологий нового поколения и локализацию. Запуск собственного производства и сборки двигателей в России позволит подчеркнуть преимущества инновационного подхода Havail и сделать передовые технологии еще доступнее. Благодаря открытию нового завода в перспективе Havail сможет повысить уровень локализации производства интеллектуальных кроссоверов для российского рынка. Производственная мощность предприятия составит 80 тысяч автомобилей в год. Производственный комплекс расположится на участке 10 тысяч квадратных метров в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и будет оснащен передовым оборудованием с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения, в соответствии с концепцией бережливого производства. Новый завод Havail обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест, в то же время повышая уровень доверия и лояльности к бренду. С запуском производственного подразделения Havail подтверждает свое намерение закрепиться на российском рынке и стремление быть в числе ведущих автомобильных брендов. Работа по проектированию стартует в марте 2020-го. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!